Генконсульство России в Сиэтле отчиталось о своем закрытии. Все вещи из помещения Генерального консульства России в Сиэтле вывезены. Госдепартамент в воскресенье уведомлен о его закрытии в обозначенный американской стороной срок до конца 1 апреля. Об этом агентству РИА Новости сообщил консул-советник Халид Айсин. Материалы по теме 00004 сентября 2017 новые, холодные. Твоя противостояние США и России перерастает в неявную войну. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.